Здравствуйте, пожалуйста, дорогие зрители. Все, кто будут смотреть этот видеоролик, желаю всем счастья, здоровья и долгих лет жизни. Я хочу обратиться по поводу той ситуации, которая сейчас сложилась вокруг редакции информационного агентства «Взгляд.Инфо». Я хочу обратиться к уважаемым нашим жителям города Саратова, Саратовской области, и особенно к наиболее активным представителям нашего населения. Это к блогерам. А в первую очередь к блогерам, которые числятся блогерами в информационном агентстве «Взгляд.Инфо». Почему до сих пор никто из вас не обратился в защиту всеми вами любимой редакции? Почему все сидят и молчат? Я обращаю ваше внимание, что в этой ситуации, когда начинается жесточайшее давление на одно из самых популярных и самых правильных информационных агентств, такое давление, ваша позиция страуса с головой в песке сейчас неуместна и опасна. Если сейчас раздавят такое информационное агентство, как «Взгляд.Инфо», в Саратовской области больше некому будет доносить правду. Я взываю к вашей совести и прошу поддержать мое обращение для того, чтобы «Взгляд.Инфо», который существует более 10 лет, который мы с вами все прекрасно знаем, с которым долгое время сотрудничали, чтобы он не закрылся, и при том не закрылся по вине нашего с вами равнодушия. Я как руководитель Саратовского регионального отделения Общероссийского общественного движения ветеранов России обращаюсь к своему руководителю в Москве, в центральном аппарате, с официальным заявлением считать мое обращение поводом для дальнейшего обращения во все необходимые силовые и другие структуры с целью качественного расследования и при необходимости принятия исчерпывающих мер по сложившейся у нас в Саратове ситуации. Прошу вас направить все необходимые обращения в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет Российской Федерации и в администрацию президента Российской Федерации, где объективно и полно изложить ту ситуацию, которая сейчас сложилась. Ну и в завершение своего обращения хочу сказать, ребят, когда в стране идут такие события, когда против нас ведется жесточайшая информационная война, ну, не по-государственному это, что ли, будет. Потому что в ближайшее же время все факты коррупции, все факты воровства, казнократства, недобросовестного отношения к исполнению своих обязанностей, они будут жесточайшим образом пресекаться. Потому что в нашей стране сейчас уже нет лишних ресурсов для того, чтобы мы могли себе позволить мириться вот с этими вещами. И сейчас кто-то, видно, зачищает свои тылы. Жаль, что они не понимают главного. Их дни сочтены. И рано или поздно вся правда будет донесена до всех необходимых структур. И меры будут приняты. Потому что сейчас у нашей страны, у нашей Родины нет лишних средств, чтобы позволить себе роскошь мириться с вот этим, что я перечислил. И спасибо огромное «Взгляд.Инфо», всей редакции, за стойкость, мужество, героизм. Ребята, мы с вами, мы вас не оставим и будем отслеживать всю ситуацию и помогать, чем сможем. Спасибо вам огромное за вашу стойкость и вашу работу.